телевидения. Сложный механизм, в котором каждый сотрудник играет важную роль. Работа хоть и творческая, но непростая. Требует сосредоточенности, внимательности. Поэтому в нашей деятельности невозможно без юмора. Может, от этого коллектив телеканала такой дружный. Дружба. Всегда «Навидное ТВ» стояла на первом месте. Даже когда бывают какие-то маленькие такие неурядицы, но я считаю, что это рабочие моменты, а в основном мы все дружим, мы вместе собираемся, мы знаем, кто чем живет, у кого какая семья. И в нашем коллективе на основе дружбы потом рождаются даже семьи. В прошлом году «Видное ТВ» отметило 25-летие. Конечно, за это время сменилось немало сотрудников, но коллектив нельзя назвать новичками в профессии. «Видное ТВ» славится традициями, которые сохраняют те, кто трудится здесь многие годы. Некоторые почти с основания, а те, кто покинул телеканал, остаются нашими добрыми друзьями. Даже со сменой людей люди приходят доброжелательные, и отношения в коллективе остаются такое костяковое, хорошее. То есть у нас, видимо, те, кто подтягиваются, подключаются к коллективу ровно в той же степени по общению, по добролюбию, я не знаю, по приятному отношению к друг другу. 30 июля во всем мире отмечается Международный день дружбы. Но, кажется, в коллективе «Видное ТВ» атмосфера этого праздника царит всегда. Редакторы, корреспонденты, операторы, монтажеры, выпускающие – всех их объединяет любовь к телевидению. А там, где любовь, там и дружба. Думаю, это очень замечательный праздник, потому что люди должны общаться, должны дружить. То есть это, ну, это такое, мне кажется, состояние души. В ньюсруме телеканала находится знаменитая стена памяти сотрудников. Максим, корреспондент, сейчас поделится самыми яркими впечатлениями. Такая деталь, обычно они называются такие стены стенами плача, да, у нас это стена смеха, как правило. То есть, если на самом деле посмотреть, к счастью, у нас на телекомпании любят не только операторы снимать на видео, но и операторы, и журналисты, и все остальные снимают еще и фото. И вот эти фото выкладываются на эту стену. Мы проходим мимо нее, в общем, буквально там по 50, по 100 раз в день, да, гоняя туда-обратно, где-то на монтаж или на запись подводок в студии, вот. И, соответственно, от этого, наверное, настроение и улучшается, вспоминая, что ты работаешь в большой, классной, дружной телекомпании, в которой всегда есть что вспомнить и всегда есть чем поделиться. Дружеского настроения коллектива «Видное ТВ» хватит на всех наших зрителей. Не зря слоган телеканала «Работаем с вами и для вас». Будьте добрее друг другу, а мы продолжим радовать хорошими новостями. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ». Ну что, пойдем дальше работать? Пойдем.